Более 10 тысяч анкет на премию, 10 номинантов и только один станет лауреатом премии «Главбух года» — Юлия Маркина. Лучший главный бухгалтер России Юлия Маркина работает на Мытищинском приборостроительном заводе. Журнал «Главбух» спешит поздравить ее. Юлия Станиславовна еще не знает о том, что получила эту чудесную премию. Сейчас она находится на совещании, куда мы сейчас пойдем, чтобы поздравить ее с этим событием. Добрый день. Журнал «Главбух». Юлия Станиславовна, мы поздравляем вас. Вы уже догадались, с чем? Ну, Юлия Станиславовна, вы стали главбухом года. Поздравляем! Что вы ощущаете? Ну, вообще, я очень рада. И вообще, ну, как-то я горжусь этим. Это большое достижение. Юлия Станиславовна очень хороший человек, прежде всего. Хороший специалист, хороший руководитель. Мы рады с ней работать. Надеемся, что с нами тоже комфортно, и мы все ее от всей души поздравляем. Ну вы теперь как лучший главбух страны. Пожалуйста, передайте свои пожелания всем бухгалтерам России. Я желаю вам учиться, развиваться и не забывать о том, что наша работа – это творческий процесс. Юлия Станиславовна, поздравляю вас с таким, ну, заслуженным, но очень неожиданным званием. В общем, мои поздравления и наилучшие пожелания. И на совещании меня поздравили с тем, что я стала лауреатом премии «Главбух года». Вот я тебе звоню об этом рассказать. И, в общем, 23 апреля мы едем в Большой театр, меня будут там награждать. Нет! Нет, это не мои заводские пошутили. Это приехали из журнала. Я почему-то, когда вот узнала, что она подает документы, я почему-то сразу была уверена, что она должна выиграть. Спасибо журналу. Вообще, это вот просто действительно, ну, потрясающе вообще то, что это все придумали. Вот с журналом «Главбух» мы теперь не расстанемся точно. 23 апреля в Большом театре на праздничном вечере в честь 20-летия журнала «Главбух» пройдет награждение лауреата премии «Главбух года».